Ну, як тобі? Як сподобалось? Прекрасно, прекрасно. Але якщо ви могли би перетворитися на якогось більш незвичайного персонажа? Ну, це я можу. Ну что, теперь песня для чайханы. Чайхана всегда была, вы же знаете, наше самое любимое мероприятие, потому что и программа наша самая первая называлась как? Забыла, пара дураков называлась наша программа. Да. Ничего не изменилось, ничего. Первое, да, изменилось мало что, только у Ольга стало вреднее. А Толик толще. Это да. Но, собственно, у меня тут такая вот мысль, что я сейчас смотрю в эту маленькую такую дырочку, а оттуда вы смотрите на нас на большом экране. И мне от этого такая система получается, как ниппель, да? Туда дуй, обратно нифига не дует. Вот. Но зато мы победили коронавирус. У нас две короны и ни одного вируса. Это факт. Ну а поскольку фестиваль проходит в таком формате, то так уже будет. А петь мы сегодня будем очень интересную песню. Интересная она тем, во-первых, что она новая, во-вторых, что она принадлежит перу днепропетровского человека, бывшего Днепропетровска, который теперь произрастает на вот тут несчастной этой скудной Батьямовской почве. Но парень очень талантливый, мы очень любим. И песня, которая написана как раз для чайханы. Поехали. Принц приехал за ним с опозданием, но чуть превысил лимит ожидания. Полагая, что будут скитания, непременно записаны в плюс. А как же, отвлекался в дороге на доблести. Ой, то утонет, то грохнется в пропасти. А был должен всего-то одну спасти. И оформить семейный союз. Соскочив с утомленного Мерина, он глядит на принцессу растерянно. А принцесса четвертым беременна, говорит: что ж так долго, мой друг? Чай не век тебя ждать и вредикаю. Понимаешь сам, часики тикают. А дракон вот создание дикое, но примерный отец и супруг. Нам, принцессам, быть трудно невестами. Доберешься ли ты, неизвестно ведь. И дракона, ну, если по-честному, непонятно, убьешь, не убьешь. Так что крепкие браки с драконами защищаются всеми законами. А вот рыцари ждать под балконами. Что это, что, сказки? А в сказке все ложь. Посиди, подожди благоверного. Ты ведь хочешь сразиться, наверное. Ну, да. Только знай, он животное нервное. И район час погубит в сердцах. И стоит, варит кашу перловую. А на кухне вся техника новая. И детишки рычат трехголовые, чем-то напоминая отца. А сапог трутся, колют иголками, челюстями молочными щелкают. Фу! Злонамеренно зыркают щелками. Долго ждать ли? Так-так, с полчаса. Принц не терпит пустого бездействия. Эй, тут говорит: засиделся я. Ну, процветание вам, благоденствие. Я поехал другую спасать.